Каждое утро студенты профессионально-политехнического колледжа стараются начинать зарядки. Это и повышает тонус, и укрепляет здоровье. Осенью обостряются вирусные заболевания. Профилактика необходима. А чтобы исключить другие патологии, в колледж приехал мобильный центр здоровья. Педагоги и студенты сдали кровь, проверили зрение, давление, вес. Такие общие обследования помогают людям выявить основные проблемы со здоровьем и незамедлительно получить консультацию врачей-специалистов. Комплекс обследований и по результатам консультируется у врача-терапевта. Либо, если это дети, естественно, у врача-педиатра. Дальше мы уже решаем вопрос, нужно ли куда-то их направить, что-то с ними сделать, да, направить на дообследование, да, или передаем непосредственно медицинским представителям данных учреждений, да, чтобы они дальше решали вопрос. Медики предупреждают, заботиться о собственном здоровье важно в любом возрасте. Начинать нужно с ранних лет. Именно поэтому центр выезжает и в учебные учреждения. Такие выездные обследования, по мнению руководства колледжа, упрощают жизнь. Молодежи и сотрудникам учреждения не нужно тратить время на походы в поликлинику. Результаты обследования можно получить сразу на месте. Здорово, когда не ты идешь в поликлинику и сталкиваешься с какими-то еще дополнительными инфекциями, а когда к тебе приезжают уже сложившийся как бы, коллектив и проверяют тебя. Это происходит и быстро, и не надо никуда идти. Кроме этого, любой желающий может обратиться в стационарный центр общественного здоровья, который находится по адресу улица Гончарова, дом 4. Работа ведется при поддержке нацпроекта «Здоровье». Услуги врачей центра совершенно бесплатны. Максим Писарев, Герман Баранов, Улправда ТВ.